Национальный фольклорный праздник «Шумбрат» собрал в Саранске творческие коллективы всех районов Мордовии и еще 14 регионов России. Со сцены Пушкинского парка звучали мелодии разных народов нашей многонациональной страны. И мордовское многоголосие, и даже дагестанская лезгинка. Более 10 регионов нашей страны здесь присутствуют и с удовольствием принимают участие в этом. Ну, такой праздник наш, объединяющий, конечно, праздник. Все народы объединяет под эгидой мордовского народа. Еще одной изюминкой праздника стал показ современных мордовских нарядов. А заводные танцевальные ритмы во время выступления артистов Республиканской филармонии не дали зрителям замерзнуть. Все с удовольствием подпевали артистам и водили хороводы. Как приглашает Саранск, мы сразу отзываемся. Мы очень ценим это, нашу дружбу Москвы, Московской области и Саранска. Мы сохраняем свой язык, культуру, традиции, создаем песенные коллективы. У нас в Москве и под Москвой уже 12 фольклорных ансамблей. На нескольких площадках парка проходили выставки декоративно-прикладного творчества народных умельцев, которые демонстрировали не только готовые работы, но и процесс их создания. Участники фольклорного праздника жалели только об одном, что «Шумбрат» проходит всего лишь один раз в год. Такие фестивали нужно проводить, считаю, что даже почаще. Не только вот как этот фестиваль ежегодный, но потому что это наша духовная пища. Мы питаемся этим. И если мы будем духовно богаты в этом плане, то мы будем жить. Кто докорми меня, котенок, мураму, веси уши, стензы, уши, дитя, паму. Людмила Чекал, Виктор Кирдяев, Игорь Гангаев. Наши новости.